Произведения Бетховена, Баха, Моцарта, Чайковского исполнили юные щелковские таланты. Полина Мунирова, воспитанница Щелковской детской музыкальной школы, участвует в конкурсе уже второй раз. Впервые мы приняли участие в этом конкурсе в прошлом году, когда Полина была во втором классе. Выступила она очень удачно для своего дебюта. Но у нас есть достойные конкуренты. И в этом году мы ждем того же самого. Но мы тоже зря время не теряли, подготовили новую программу. И надеемся, что выступление будет удачным. Я вообще не волнуюсь. Потому что тут все знакомое место. Я уже тут не раз выступала. Она исполнила произведения композиторов Гречанинова и Шуберта. Муниципальный фестиваль-конкурс музыкального искусства «Золотая лира» проходил на базе детской музыкальной школы и детской школы искусств имени Юрия Розума. Участники соревновались в номинациях фортепиано, фортепианные ансамбли, аккомпанемент, духовые и ударные инструменты, струнно-смычковые инструменты. Всего было подано около 130 заявок. Жюри оценивало качество исполнения, виртуозность, интонационную выразительность и артистизм конкурсантов. Жюри у нас очень профессиональное, очень хорошее. Мы сотрудничаем уже много лет. Это преподаватели музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, чему мы безмерно рады. Это очень большой плюс нашего конкурса, что из того заведения, куда в последующем могут поступать наши учащиеся, учащиеся нашего городского округа, жюри из этого учебного заведения профессионального у нас приезжает каждый год на конкурс. Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории были награждены дипломами и статуэтками. Все музыканты получили сертификаты об участии. Евгения Корытько, Игорь Пляков, Щелковское телевидение.